Несколько часов назад на целевую орбиту с помощью российской ракеты-носителя «Протон-М» был запущен европейский спутник связи. Как отметили в Роскосмосе, отделение аппарата от разгонного блока прошло штатно в расчетное время. Это был первый старт «Протона» в нынешнем году. Состоялся он на космодроме Байконур. Аппарат обеспечит трансляцию цифрового телесигнала для Германии, Италии, Греции, а также стран Скандинавии и Балтии.